Обесточены села, есть погибшие и пострадавшие. Ураган, который накануне пронесся над Украиной, натворил немало бед. Больше всего досталось Винницкой, Черкасской и Хмельницкой областям. Власти Кам'янець-Подільського в Хмельницкой области уже подсчитали убытки от непогоды. Ущерб 5 миллионов гривен. Горожане выложили в соцсетях шокирующее видео. Мост, соединяющий историческую и современную части города, превратился в настоящий водопад. За какие-то 15 минут ураган повалил около сотни деревьев и сорвал крышу с десятков домов. Ветер повредил даже металлопластиковые окна. Дороги превратились в реки. Сегодня в области в усиленном режиме работали все коммунальные службы, бригады облэнерго, спасательные отряды и спецтехника. На территории области изнаструмлено 35 населенных пунктов. Пошкоджено 18 линий электропередачи 10 кВт и повалено близко 70 дерев. У Кам'янець-Подільському районі вітер зірвав шифер на двох загальноосвітніх школах і на будівлі сільської ради. Рятувальники залучаються для розкрижування повалених дерев, для тимчасового накриття дахів будівель, які розкриті.